В Волжском состоялось открытие торгового центра «Микс». Горожане высоко оценили преимущества новой торговой площадки, удобное расположение и множество товаров под одной крышей. Самый центр торговой жизни 18-го микрорайона. Именно здесь очень удачно разместился новый комплекс «Микс». В нем, что называется, хорошо смиксовались товары для дома и всей семьи. А еще горожанам понравилось, что «Микс» имеет большую и удобную парковку. Мне как покупателю здесь нравится то, что я сюда приезжаю на продовольственный рынок, а теперь удобно и другие товары покупать. Удобная парковка, автомойка. Все очень здорово. Детские товары, все для рыбалки, одежда для всей семьи, сантехника и электротовары для дома. А еще кулинария, продукция, которая просто заворожила посетителей. Попробовать фирменные блюда выстроилась очередь. Волжане отмечали, что цены здесь хорошие и вежливые продавцы. Такой сервис по душе любому покупателю. А еще в «Миксе» просторные и светлые залы. Такие бывают только в новых центрах. Общая площадь нового торгового комплекса 1400 квадратных метров. Пока еще не все места заняты, поэтому здесь ждут арендаторов. Уважаемые арендаторы, ждем вас на новую торговую площадь, вновь открывшейся торговом комплексе «Микс». У нас достаточно низкая цена и удобное место для аренды. Большой выбор товаров и отличные цены ждут всех волжан в новом торговом центре «Микс». Город Волжский, улица Мира, 42D/2, телефон 58 43 74.